И вновь в эфире наша постоянная рубрика «Куда пойти», в рамках которой мы знакомим вас с самыми интересными, на наш взгляд, ближайшими культурными мероприятиями. 19 мая в рамках чемпионата Эстонии первой Б-лиги команда футбольного клуба «Ярве» встречается с футболистами клуба «Нами Юнайтед», который занимает на сегодняшний день третью строчку турнирной таблицы. Матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба «Ярве Химик» в 13:00. Код 1 евро. В целях транспортного обеспечения для любителей футбола на матч организован бесплатный автобус, время отправления которого от Ахмедского спортхолла в 12:00, от казино «Феникс» в Ихве в 12:15, от здания «Престон» в Котла-Ярве в 12:30. Вернуться обратно после матча можно этим же автобусом. 19 мая в камерном зале Ихвесского концертного дома театр «Мельница» представляет спектакль для всей семьи «Спящая красавица». Это красивая история со счастливым концом. Увлекательный спектакль пройдет на русском языке. Цена билета 8 евро. Начало в 12:00. В этот же день в Центре культуры Кохтла-Ярве пройдет танцевальный спектакль «Золушка». Выступит танцевальный коллектив Центра культуры Кохтла-Ярве, ритм и солисты Национального балета Эстонии. Цена билета 5 евро, начало в 15:00. Также 19 мая, но уже в клубе «Ахтме», состоится забавная шоу-программа для взрослых под названием «Пляшущие человечки». Цена билета 8 евро, начало в 19:00. 20 мая в Ихвесском концертном доме пройдет благотворительный концерт под красивым названием «Ребята, надо верить в чудеса». Концерт пройдет в рамках акции «Солнечные зайчики» под девизом «Подарим весеннее настроение» мальчишкам и девчонкам детского дома Кохтла-Нымме. Начало в 13:00. В этот же день в Центре культуры Кохтла-Ярве состоится юбилейный концерт танцевального коллектива «Ритм 30». Руководители Анна Васильева и Ася Селецкая. Стоимость билета 5 евро, начало в 15:00. Мы желаем вам увлекательных выходных дней и ярких положительных эмоций. Oh,